«Москвич», я считаю, будет очень конкурентным после запуска дилерских сетей. Я думаю, что государство поможет, ведет господдержки, госпрограммы. И сейчас-то уже как бы даже 2 миллиона на текущем рынке – это уже достаточно хорошая цена. А с поддержками для, допустим, начинающих водителей, не начинающих, а для клиентов, которые покупают первый автомобиль, называется программа «Первый семейный», или клиентов, у которых есть дети, какие-то дополнительные бонусы. И продажи пойдут. Я даже не знаю, но «Лада», у «Лады»-то кроссовер, кто, X-Ray? Нет, сейчас. Нива. X-Ray нет. Нива? Ну, то есть, конкуренции-то нет. То есть, они прям заняли конкретно определенную нишу? Они сделали все правильно, потому что то, что нужно сейчас потребителю, это выпустили на рынок.